Здравствуйте, дамы и господа, это канал Георг.нко, я ведущий Георгий, и это игра под названием Deceit. Deceit — это игра о четырех выживших и двух монстрах. Каждая из команд, конечно же, противоборствует друг с другом, монстры пытаются всем втереться в доверие и выглядеть как полноценные выжившие, а выжившие должны определить монстров, несмотря на их отчаянные методы сопротивления смерти. Да. Поиск игры по рангу. Наперсточник. Наперсточник, значит. Мы будем наперсточником. Купите жетоны и обменяйте на хорошие вещи. 0,89. Почему я взял 0,89? Не помню. Ну да ладно. Красивое число в любом случае. Хотя можно вообще было без цифр. Ну-ка, это был уж какой-то короткий уж ник был бы. Ну, а сейчас он в самую очередь. Ну, можно было поставить 888, как на одном из аккаунтов, я помню. По-моему, это было в Uplay. 888. 4 восьмерки. Опытный игрок, смотрите, какой. Тирт. Турбо. Тирт Турбо. Так, Арктика. Загружаются текстуры. Я говорю спокойно и рассудительно. Ну, давайте, я бы, честно говоря, сейчас хотел сыграть за монстра, да. А мне кажется, на некоторых картах разный шанс выиграть за монстра и за выжившего. На некоторых картах не так легко найти маньяка, а на некоторых можно. Итак, посмотрим. Кто же я, невиновный? Давайте, кто от группы, тут получит дробаш. Здрасте! У кого музыка играет? Давай отгадать группу. Я замутил вот этого Тирота. Надо Ханса замутить, нафиг. Да. Я Ханса не слышу, если что будет полезное от него, скажите. Хорошая песня, чего? Ну уж лучше не забивать, эфир лучше надо все-таки поговорить, так как... Так. 5. Наверное, даже лучше было, действительно. Паш, дайте, пожалуйста. Ладно, дадим все-таки. В большинстве случаев получит монстр. Ой, выживший я имел в виду. А так-то, конечно, давать было бы не стоило, да. Есть какие подозрения, кстати? Я крови выпито, даже не видел еще. Но непонятно кто. Да? Да. Ну, ищем предохранители сейчас, не забываем. Так, да, я тоже вижу эту кровь. Похоже, это она только действительно была. Один пакет крови выпит, да? И все. Да, я кстати, действительно, не... крови мало выпит. Я пока только видел один. Ну это хорошо. Походу превращаться не будут. А, нет, второй. 30 секунд. Но все равно они не превратятся, так что вообще крови. Поставила первую. Я тоже сейчас поставлю. Блин, превратился, серьезно? Серьезно? Сука, и ко мне сдохнуть! Подавайся! Все, она умерла. Все, изи. Я не сдохну сегодня. Я бегу поднимать. Не бойся. Тарканс, походу, ёб! Кто упал? Сейчас скажешь. Я иду поднимать, так что я не монстр. Это Ханс. Я поднял одного. Ханса мочим, это он. Кого подняли? Скажите, вот те люди в масках. Меня подняли. Меня подняли. И это Ханс, смотрите, да, Ханса. Хорошо, Ханса. Как раз его музыку он специально включил, чтобы... Караульте на выходах, в общем, Ханса. Караульте на выходах. Это меня подняли, ты чё? Ну да, ну я, ну... Ага. Ну я поднял, в общем, одного, вы помните, что это я, так что я не монстр точно. Да, все, красавчик. Короче, валите Ханса. Это моё вообще. Ну я и так помог. Ищите Ганса быстрее. А больше никого не видели среди монстров? Еще кровь пьют, кто-то кровь прет, еще. Нет, на первый этаж. Лиза. Посередине. Сука, ну ты достал. Стойте, кого подняли, скажите. Кого подняли? Тебя, Рэйчел, и кого еще подняли, я не понял, не помню. Не знаю, только меня повалили и меня подняли. Точно, по-моему, два человека валялось. Хотя, наверное. Я валялся, меня Ханс. Стреляй. Стреляй. Отлично. Все.
еще один надо прочекать. Ну уже поздно что-либо делать. Слишком. А что почекать? Да, наверное, надо Лизу бы уничтожить будет. Чекер, чекер. Уже поздно, не соберешь. Мне давайте, ну или ком. Да, Жун, правильно. Проверяй, проверяй, проверяй. Где Лиза? Она убегает. Все, я чекаю, я чекаю. Зараженная. Я ее по. А, да, 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 она. Две места съели, пока, ребят. У меня еще антидот был. Ну все, бесполезно ее бесполезно держать, потому что она все равно не может никак нам урона не нанести. У нее больше крови нет. Так что собирайте предохранитель и переходите на новый уровень. Если что, я ее подсветил. Поставила первый. Караульте на выходах. А мы сейчас ее тупо, вон она. Валите ее сразу же. Стреляйте. Отлично, всех монстров уничтожили. Кто там стреляет? Я в пол. Ну все, я... Ну, ладно, не надо. Как это? А, рычаг уничтожили. Да. Да нет, если его уже активировали, его уничтожить уже невозможно. Так. Да. О, дайте яд. Или не надо. Нет, антидот у Чанга был. Да ладно, лучше не брать яд, не надо брать. Лучше не рисковать. Потому что мало ли, все-таки. Все может быть. Хотя это маловероятно, но все же не будем. Ищите предохранителя. Я за это просто XP получаю как бы. Так, я уже беру. Я взял. Уже все. Уже бесполезно все. Ну что ж, открываем выход тогда. Я же говорил. Хотя то, что он стоит тут, это, конечно, интересно. Может, антидот есть, а может и нет. Надо было стрелять точно, я что-то это забудался. Ликвидировали. Ну что ж, отправим жалобу на врага народа. И надо было не поднимать, честно. Сейчас мы напишем жалобу, заслуженную жалобу. Джуин. Сейчас мы тебе голосовые, другое, недопустимый ник, порчи игры другим. Так. Так, ну допустим. Хотя ладно, тут у нас язык все равно не переключается, я так понимаю. Все, вот так. Жалоба отправлена на рассмотрение. Ну ничего, накажем этого человечка. Злого, проклятого. Джуина. Ну ничего, сейчас мы ему, если встретимся, то его накажем. Накажем этого игрока. Монстр не монстр, а все равно накажем. Я, видите, говорил, надо было этого игрока уничтожать. Берем на больше патронов при подборе. Навыки. Навыки взяли. Ну, половинка полоски, это очень мало. Вы, после того, как вы выпили кровь, видите ближайшие невыпитые. Целиком после казни невиновного. Здоровье. Целиком. Двигайтесь. Газ. Урон со спины меньше. Шум, когда пьете кровь. Тише обычного. Слышите других игроков, если полоску крови. Ловушки быстрее. Из вентиляции вы начинаете игру с половинкой полоски ужаса. Да, видите, какие коварные игроки, поэтому никогда нельзя давать. Надо было вообще уничтожить этого игрока за такое наказание. Ничего, встретиться, я его запомню, этого игрока. И проучу рано или поздно посмотреть профиль, пожаловаться. Я уже жаловался на него. Зачем жаловаться дважды?
В смысле нет, дознаватель. Дознаватель. Действительно ли Повальный был зараженным? Итак, наперстки. Наперстки. Вот мы уже развились до уровня какого? Ой, не знаю какого, честно. Ну вот, предпоследнего, если смотреть по уровню умений. Так что развитие наше неплохое, хорошее и качественное. Гневный возврат, если... Ну, жалко, нет. Ну, половинка полоски, это так мало, честно. Аперитив. Может, лучше вкусно, хочу добавки. Хотя вот, к сожалению, ограниченное число крови. Вот это жалко, конечно. Это бесполезно. Наверное, тогда надо брать аперитив, может быть. Может, аперитив надо брать, как вы думаете? Может быть, надо и аперитив взять. Хотя, может, ближайший пакет. Я часто пакеты просто не могу найти. Так что, может, пакеты 15 тысяч. Поиск по рангу. Поиск по рангу. Поиск по рангу. Поиск по рангу. Да, ищем игру по рангу. Профиль. Победа зараженного, поражение за невиновного. Вот хитрец, да? Кто же ему дал-то этот коварный игрок? Да, интересно, конечно, как это, совочек? Поезд долгий. Ну, хотя, наверное, на самом деле все... Ой, как дитя заката поднялся. А, ну, кстати говоря, это все опыт за день. А вот если за Элло ранг? Дрим первый. А вдруг это читер? Уж очень выделяется он из толпы. Репутация. Лаура тоже, может, накрутил как-то репутацию. Потому что тоже очень выделяется. Хотя, возможно, это разработчик, честно. Эл-ранг. Навыки. Пейте тихо. А это что такое, очки? Даются за повторные призывы. Я вспомнил, что это. Записи, записи, записи. Гуды. Хотелось бы все это перевести, но не выйдет. Пескозырка Алекса. Давайте-ка оденем. Очки. Давайте-ка оденем вот так. Вообще, без очков. Бандитом станем теперь. Униформа. Униформа. Это вообще какая-то униформа. Да, вот давайте вот это оденем. Да, надет, отлично. Я это надел, потому футболка невиновного. Ну, давайте вот это даже. Футболка зараженного, футболка невиновного. Хотя давайте-ка вот футболку невиновного оденем. Ее, мне кажется, дали за то, что я купил игру, потому что она когда-то была платная, помните? Очки. Кепка. Синий. Чего это? Оливковый. Черные пустхальные часы. Красный. Ну, вроде самое темное это оливковое, так что это и оставим. Отлично. Ну что ж, развитый наш опытный игрок. Алекс. Опытный Алекс. Формы ужаса могут видеть вас ночью только когда вы бегаете. Ненависть. А может, действительно они видят, когда мы бегаем? А если я сяду, они не видят. Ну хотя они, если я, допустим, монстр. То я увидел, кто-то бегает, потом точно их сел, но я уже знаю, в какую сторону идти, даже если я не увижу, то это не особо поможет тому игроку. Вот такая вот ситуация. Невыгодная для выживших и выгодная для зараженных. Так, лимба. Лимба, 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 лимба. Надо вообще убивать тех игроков, кто берет. Кто берет. Кто берет яд? Кто берет яд? Надо убивать их. Привет. Привет.
Алиса, тебя слышно? Алиса, у тебя микрофон да? работает. Сейчас. Не. Алло. Алло, он у тебя просто без нормально? Этого, без остановки всё? Работал. Все нормально. Сейчас баг нормально. Есть просто. Так. Кого подозреваете? Или никого? Я даже не видел никого. Всю игру. Бегаю спокойно, кровь пью. Никто не попался. Хитрец. Хитрый жучок. А, Функи, это что-то знакомое. Где так, а кто видел, кровь, видел кто-нибудь выпитую кровь вообще? Ну или много? Нет, честно. Или ее мало выпили? Просто интересно. Так, вроде мало, надеюсь, по крайней мере. А, вот, выпил. Мы вроде все назад. Выпил, я видел, кто выпил, я выпил, кто выпил. Я видел, видел, видел. Кто? Сейчас скажу. Не шептите. Это ненависть выпила кровь. Это ненависть выпила кровь. Она... Ненависть выпила кровь. Я ее повалил, я слил кровь, но уже бесполезно. Стрелять лучше, ищите предохранители. Он, кстати, забрал предохранитель. Поднимет его тиммейт. Они набежала его ему хлоповать. Ой, я прям смотрел на кровь, а он взял и выпил. Кажется, она то бы только была, Нина, потом перестала. Так, Нина собирайте, предохраните, пожалуйста. Нина ему бежала этот помогать. Нина? Поднимать, то есть? Да-да-да, она его поднимать бежала, он пропал прям перед ней. Ну что ж, тогда уничтожаем ненависть. Нина и Чанг. Да, Нина, да, Нина превратилась. Блядь, я съел, меня убили. Поднимите, если можете. Лежать. Кладите ненависть, потом добьем его. Кладите ненависть. Я его убиваю, его. И Нину тоже. Чанки не. Парня-то подняли, нет? Блять, я очень далеко. Давайте их на втором стейдже убьем. Кладите ненависть и Нину, да? Кладете ненависть? Да, ведь Нина же монстр, я правильно? Их ждем, алё. Уже поздно, они уже вошли, я так понимаю. Да, я жду. Я, кажется, вижу кого-то. Я видел, лимб. Лимба, я повалил. Ко мне сюда. И тут ненависть, тут тоже ненависть. Они поднимают друг друга. Мы бежим. Ханзо. Они по мне уже стреляют, Они стреляют, они бегут за мной. Я в центре уже, Стреляйте по ненависти, Понять, куда ты побежал? Стреляйте по ненависти. Ханс, это Ханс, ты дурак. Ханс, ты даун, стреляй по ненависти. Я не попал, сорян, я забыл, давайте Нину. Отойди. Стреляйте, да. Убили ненависть? Окей, сэр. Нет, ненависть не успели. Там другой лежит, сори. Ну и хотя повалили, так что у них крови, у него не должно быть уже. Вместе держимся. Если что, у меня фотик еще на 3 заряда есть. Нет, он не шифтим. Напился. Не шифтим. Да. Нет, надо быстрее поднимать, мне кажется, предохранитель. Надо быстрее поднимать предохранитель, потому что они сейчас кровь пьют. Повалил. Отлично, тогда у него крови совсем не останется. Серьезно, не знаете, что когда уже превратился в зараженного, кровь не сбрасывается? Последний предохранитель, кто несет? У меня есть. Ставишь? Не, тихо, стойте. Превратился в обычного. Ставьте. Я поставил. Теперь караульте на выходах их. Караульте на выходах. Караульте его. Ненависть. Может, карауль? Я стою на одном выходе, вы на другом. Я кого-то вижу, подождите. Я кого-то... Он пьет кровь. Ненависть, я вижу, он уже на третьем этаже. Он уже на третьем этаже. И караульте не надо. Кто же это? Я его...
меня повалил он. Стреляйте по нему, ищите его, ищите, ищите. Я тебе специально оставил деда, что, потому что он тупой, понимаешь? Ищите его. Чувак, ты один с дедом остался, а дед тупой. Ну, понадеюсь на его ум. Я даже специально мимо него пробегал. Бля, не успеем уже. До свидания. Антидоты здесь нет. ГГ. Пацаны, ГГ. Ты... У тебя три шанса было меня убить. Ты ни одним не воспользовался. Не повезло, что ж бывает такое, и не часто, к сожалению, часто бывает. Итак, стреляется зря, неужели не понимаешь, что стреляться весь? Ладно, покидаем игру, и последний матч, или закончить на этом нашу с вами серию. Но кто был хорошим человеком? Ну... Ладно, ненависть отблагодарим. Все-таки ему удалось выжить. Хотя это ему скорее повезло, чем не повезло. Хотя ладно, давайте-ка эта серия будет чуть короче, чем другие. Спасибо за просмотр. Оценивайте видео, оставляйте свои комментарии. Я буду рад их все прочитать. Ставьте лайк, если вам игра понравилась. Потому что от их количества зависит, будет ли данная игра в следующих сериях или же нет. Спасибо за просмотр.